Отель «Сиде Цезарь» – это пятизвездочный отель, который был построен в 1989 году в Кумкёй, Сиде, Анталийского региона Турции. Отель находится прямо у моря, на первой береговой линии, занимает 40 тысяч квадратных метров, работает по системе «Все включено» 12 месяцев в году. Отель «Сиде Цезарь» находится в 65 километрах от международного аэропорта в Анталии, в 13 километрах от городка Манавгат, который знаменит своим водопадом. Отель окружают такие знаменитые на весь мир исторические и туристические места, как античный город Сиде, храм Аполлона, амфитеатр Аспендос, античный город Сельге и Кюпрюлю каньон. В номерах отеля все было продумано до мелочей, для того, чтобы вам было комфортно. Полы покрыты коврами, в каждом номере свой душ и ванная, кабельное телевидение, кондиционер, прямой телефон, мини-бар, фен для волос и сейф. Профессиональные инструкторы по водным и пляжным видам спорта и хорошо подготовленная команда аниматоров отеля «Цезарь» предлагают всем тем, кто чувствует себя молодыми, всевозможные спортивные и развлекательные мероприятия. По вашему желанию, вы можете позагорать на золотистом песке Сидинского пляжа, искупаться в теплых водах Средиземного моря или заняться любым видом пляжных развлечений. Прокатиться на водном мотоцикле, на банане, катамаране, ринго или парашюте, а также заняться серфингом, виндсерфингом или водными лыжами. Свой день вы можете начать с водной гимнастики в большом бассейне отеля «Цезарь», а днем принять участие в состязаниях по водному полу или присоединиться к любителям тенниса и волейбола и поиграть на свежем воздухе. А если пожелаете, то в любое время дня и ночи вы можете интересно провести время в игральном зале за игрой в шахматы, настольный теннис, бильярд или бридж. И для детей тоже в отеле «Цезарь» имеются различные развлечения. Сразу рядом у большого бассейна находятся два детских бассейна, один маленький и один побольше, три вида водных горок, парк-площадка для игр. А в мини-клубе для детей от 4 до 12 лет ваши дети не заметят, как проходят дни. Те, кому интересны компьютерные игры, могут проводить свое время в интернет-кафе или в зале игровых автоматов. Отель «Цезарь» – это настоящий рай для гурманов. Здесь вы можете отведать вкуснейшие блюда многих видов кухонь разных стран мира, начиная с завтрака и до позднего ужина. При отличном обслуживании у моря под навесом, в зале «Бич Снэк», который находится среди зелени и цветов сразу перед пляжем, в закрытом зале-ресторане, у шведского стола на большой террасе с великолепным видом, в лобби-баре рядом с рецепцией, в снэк-баре и в пул-баре у бассейна. В салоне красоты и здоровья отеля «Цезарь» к вашим услугам различные виды массажа и косметических масок. Здесь вы станете еще красивее и моложе. Также вы можете расслабиться в турецкой бане и сауне, заняться спортом в фитнес-центре с профессиональными тренерами. А все, что вам необходимо, вы можете найти в торговом центре отеля. Сидинские вечера в отеле «Цезарь» просто неповторимы. Вы можете насладиться вашим ужином под открытым вечерним небом при легком сидинском ветерке
Сидя на большой террасе, когда солнце садится за Сединские горы, отведайте вина, наблюдая, как с каждой минутой природа предстает перед вами в неописуемых цветах. Вы можете продолжить ваш прекрасно начинающийся вечер у пул-бара и насладиться вечерним шоу. И, конечно же, если желаете, вместе со всеми любителями развлечений, приехавшими с разных стран мира, вы можете провести сединские ночи нескончаемого веселья на различных представлениях под открытым небом, в барах и ночных клубах, и так до самых первых утренних лучей. Мы будем рады видеть вас среди счастливых лиц отеля «Цезарь».